Тема сегодняшней лекции очень важна. Экономический интерес. Экономический интерес. Сразу хочу вам сказать, что это та тема, по которой вы хорошей литературы практически не найдете. В литературе господствует, широко распространена ошибочная трактовка экономических интересов. Как сложился исторически? Когда вы еще ничем не занимались в ВУЗе, примерно в 60-х годах, чехословацкий, известный чехословацкий ревизионист, член ЦК КПЧ и директор Института экономики Чехословацкой академии наук, издал книгу. Книга называлась «Экономика, интересы, политика». И вот эта самая книга «Экономика, интересы, политика» была переведена с чешского на наш язык, на русский, широко очень распространена, и у большинства наших обществоведов, в связи с тем, что это вроде книга специально посвящена интересам, экономике, интересы, политике, вот такая точка зрения, которой этот ревизионист излагал, и отложилась в головах. Зовут его Отто Шик. Отто Шик. Не Отто, а Отто Шик. Экономика, интересы, политика. Какая там трактовка интересов? Трактовка интересов там сугубо психологическая. В этих разных науках, например, в психологии и в экономике, и в политэкономии, существуют разные категории интересов. Что сделал Отто Шик? Он взял психологическую категорию интересов и как бы стал ее применять вместо экономических интересов применительно к вопросам экономическим. Что такое с точки зрения психологии интересы? То есть категория интереса как категория психологии. Интересы как категории психологии. Вот если я вот сейчас заинтересовался, а что вы такое принесли? Это что же? Это значит, что я сконцентрировал на этом вопросе свое внимание. Правильно? Потом я вам перестал интересоваться, и вот на этом субъекте сконцентрировал свое внимание, и интересовался вам. Какое? Да, это называется психологический интерес или интересы, как категория психологии. Концентрированная направленность внимания на какой-нибудь объект. У Отто Шика написано «концентрированная направленность внимания» или «направленность внимания на удовлетворение определенных, объективно обусловленных потребностей человека». Вот направленность внимания. То есть это субъективное действие человека. Вот вопрос. Да. Объективно обусловленный. Так у него написано. Это не ко мне вопрос. Я не сторонник этой категории. И вообще у нас другая наука. Мы не психологи с вами, но мы в одном кусте. Вы знаете, что у нас есть курс, у нас есть один проректор. В этом кусте у нас есть психологи, историки, биологи. И вот мы философы. Микрофон есть. Отсюда там парадоксальные такие выводы делал Отто Шик. Например, почему рабочий класс побеждал в одно время? Потому что у него был интерес к классовой борьбе. К классовой борьбе. А почему он перестал побеждать? А он утратил интерес к классовой борьбе. Значит, чтобы он начал снова побеждать, надо возбудить ему у него интерес к классовой борьбе и так далее. То есть был интерес, перестал интерес. Ну, это понятно. Вот было внимание к книгам, сейчас внимание больше, скажем, к компьютерам. Потом, значит, посмотрели, что на компьютере, в общем-то, вы получаете ту же самую информацию. Вопрос не в том, как вы ее получаете, вопрос, какую информацию вы получаете. И даже вопрос не в том, что вы получаете информацию, вопрос в том, получаете ли вы знания. Потому что информации может быть много, а знаний мало. И дальше идет вопрос о том, что нужно не просто знания, а действительно научные знания. А научные знания бывают слабые, и, так сказать, поверхностные и глубокие.
И встает вопрос о том все-таки, что надо выбрать действительно гениальное произведение, поскольку даже гениальное произведение вы не успеете прочитать за всю свою жизнь. Хоть на компьютере, хоть в бумажной форме, хоть вам кто-нибудь рассказывать, пересказывать будет и так далее. Поэтому весь вопрос в этом. Так вот, это та категория, которую мы не зачеркиваем, не отбрасываем, а признаем, что вот, поскольку все процессы взаимосвязаны, если мы хотим учесть еще и психологические моменты, то этот момент, а именно чем человек интересуется, тоже должен быть принят во внимание. Но когда речь идет об экономических интересах, то даже в языке имеет место другое управление. Говорят не чем я интересуюсь, а в чем я объективно заинтересован. В чем я, или вы, или они, или класс объективно заинтересован. То есть, если я хочу узнать, в чем вот вы заинтересованы, я могу не спрашивать вас. Сказать вам, в чем вы заинтересованы? Как студент. Именно потому, что вы студент. Поскольку вас никто не отчислил и не собирается. Да, и надеяться, что вы будете, так сказать, заниматься, и такой проблемы не возникнет. Так как студент вы заинтересованы, не потому что это вы, а потому что вы студент. У вас есть определенное положение студента. Как студент вы заинтересованы в том, чтобы, а, получить глубокие и прочные знания в той области, которую вы избрали, и, б, чтобы эти знания были подтверждены, оформлены соответствующей документацией, чтобы вам не приходилось доказывать, что я вот был в этом. Университете. Вот. У вас диплом бы был, потому что... Но это не всегда так. Это всегда. Я вот в армию не хочу. А? Я вот в армию не хочу. И что? Здесь еще сижу. Так я не спрашиваю о ваших хотениях. Я говорю, в чем вы объективно заинтересованы? А можете делать прямо предположение. Объективно заинтересован в обучении, не в окончании, не в обучении. Да я вас не спрашиваю, что вы думаете лично. Вы не перепутываете вопрос о вашем сознании и вопрос о том, что вам объективно выгодно. Вам, как студенту, выгодно получить глубокие прочные знания и соответствующий документ. А что вы будете делать? Это ваше дело. Вы сейчас можете встать и пойти, и никто вам не может помешать. И можете написать заявление, что я ухожу. А можете вообще не приходить больше, и заявление писать не надо. И все постепенно забудут, что вы были студентом. Потому что никаких проблем в этом смысле нет. Вопрос поэтому стоит не о субъективных действиях людей, а о том, что им объективно выгодно. Причем, если речь идет об экономических субъектах, это вот картина. А мы с вами не совсем экономические субъекты, мы больше потребители здесь. Правильно? Вы потребители знаний. Скажем, я потребитель материальных благ, поскольку я их не произвожу. И жареных ябчиков, как бы я ни старался читать лекции, никак не получается, чтобы у меня выскакивали именно жареные рябчики сырые. Может быть, еще удастся мне как-то добиться, чтобы выскакивали от жареные, но тут же не получается. Поэтому, если мы возьмем экономические субъекты, например, я вас спрошу, вот вас я и спрошу, а в чем заинтересован? Что выгодно продавцу? Продать. Продать что, за любую цену? Вот. Продать подороже. Причем фамилия, имя, отчество. Вы не спросили пол продавца, молодой, старый. Ну, любому продавцу, если он продавец, вот если мы сейчас сядем с вами продавать пирожки, то мы будем продавать, стараться сбыть подороже. Если мы хотим получить, так сказать, то, к чему стремится всякий продавец. И наоборот. Если вы продавец, не продавец, а покупатель, то, естественно, вы стремитесь тот же самый товар купить дешевле. Ну вот если я сейчас спущусь вниз, зайду в буфет и скажу, почем у вас там пирожки? Они скажут, вот 20 рублей. Я говорю, дайте за 40. Кто-то будет очень так на меня посмотрит и сделает вывод, что я не историк, а философ. Здание у нас вроде общее, но вы поймут, что это явно не с той стороны. Так, говорят, что у вас есть конфеты, да? Почем? Она говорит, 60. За 80 беру. Ну, скажет, точно, философ. И скажет, действительно, правильно у нас сейчас желтый, светлый такой цвет красит весь дом. Раз таких все больше. То есть, странно было бы, если бы, скажем, продавец старался бы, наоборот, продавать подешевле во что бы то ни стало. Но покупатель думал только о том, как бы, так сказать, подороже купить. Хотя, если мы углубимся в эту проблему, мы выясним, что вообще-то
Действительный интерес продавца состоит не в том, чтобы с одной штуки получить максимум, да, а получить со всей массы. Если это капиталистический продавец, то есть если он получает прибыль, капиталистический товаропроизводитель, то он может при меньшей норме прибыли получить большую массу прибыли, если продаст много продуктов. Поэтому иногда и они идут на понижение цены с тем, чтобы увеличить объем рынка, объем сбыта. И вот мы это сейчас наблюдаем именно на примере средств, связанных с вычислительной техникой, потому что в других областях что-то не видно снижение цен. А в этой области видно, скажем, если вы следили за тем, какие вот принтеры лазерные, сколько они раньше стоили. Сейчас можно пойти, я вот недавно приобрел принтер за 2200 фирмы Xerox, лазерный. А, скажем, лет 10 назад такой принтер мог бы стоить 25 тысяч примерно. То есть очень быстрое снижение. Машина – это не предмет потребления, это предмет утверждения себя как субъекта этого общества. Видите, на какой я машине еду, большой и дорогой, значит, я важный человек. А если вы на дешевый, вы вообще никто. Я с вами разговаривать даже не буду, у вас машины нет. И все. Есть, значит, у вас плохая машина, а у меня хорошая. Хорошая, а у меня лучше. Вот я и буду покупать машину не по принципу, что мне нужно из точки А в точку Б, чтобы я ехал и смотрел на вас сверху вниз. А если бы мы столкнулись, то у меня были бы царапины, а у вас бы в лепешку. У меня автобус большой, сверху не смотрел. Ну и что автобус? Михаил Васильевич, мы же купили по 200, потому что вы купили хороший. Значит, я еще раз говорю, что к этому я привожу один пример из той области, где есть снижение цен. В этой области снижения цен нет. Нету там области производства автомобилей, нет там снижения цен. Я говорю, а той области, где есть. Но поскольку сейчас вот спроса нет, сейчас пытаются другим путем сделать там, опять утилизацию сделать, чтобы добавлять по 50 тысяч тем, кто сдает. Что делают с теми машинами, которые сдают? Да ничего, их что, да? Так продавали в советское время телевизоры, поскольку телевизоры уже у всех были. А как сделать, чтобы новые марки купили? Вы говорите, сдайте телевизор старый, мы вам, значит, квитанцию на там 300 рублей, которые будут считаться при покупке нового, зачитываться. А потом куда эти девались? Телевизоры, которые сдавали, думали, что их старушкам будут раздавать, и они там будут где-нибудь в жилконторах, в больницах, да ничего подобного. Их вон туда, на Васильевский остров, там, где НПО Медикоминтерна, на берег Финского залива, и там 12 метров прессованных этих телевизоров лежит. Я там давно не был, не знаю, может, уже их оттуда выкинули, вычистили. Там, где Шкиперский проток, в том районе. То есть эта категория, это не категория нашего сознания, а это характеристика экономического бытия, характеристика экономического положения. Если вы поменяли положение, то у вас сразу поменялись интересы. Если вы продавали, а стали покупателем, тот же самый продавец ушел с работы вечером, пошел напротив в магазин и стал покупателем. У него, как у покупателя, интерес какой? Купить дешевле. Ну, при той же самой, при том же качестве, разумеется. Если речь идет о разном качестве, это несравнимая просто вещь. А вот выясним, а какие у преподавателя интересы? Не что я думаю по поводу вас. Это другая тема. Это вы можете у меня интервью взять отдельно, перерыв. Какие у меня интересы в отношении вас? То же самое, продать подороже. Лучше, чтобы продать подороже. А тем, чтобы получать максимальное количество денег. То есть у меня, нет, у меня в отношении вас, говорю, спрашиваю. У меня в отношении вас интерес состоит в том, чтобы вы получили хорошие твердые знания, потому что если у меня студенты получают, это характеристика меня как преподавателя, правильно? А если вы ничего не знаете после того, как сказать, так кто это, у кого они учили? У Попова. Ну, видно, ничего, понятное дело, ничего не научили. Да-да, все понятно, все ясно, нам все ясно. То есть, а кто больше заинтересован в том, чтобы вы получили глубокий профиль, вы или я? Вы, ну, вы, наверное, больше, правда? Ну, вообще, да. Ну, я тоже считаю, что вы больше. То есть, у нас не противоположные с вами интересы, но различающиеся. Вот вы больше заинтересованы, но я тоже заинтересован. У меня разные студенты были, например, Иванова, депутат Госдумы, зампредседателя комитета по образованию, Валентина Николаевна. Кудрин, дипломник у меня был на экономическом факультете, министр финансов. Вот, если его когда-нибудь посадят за то, что он все деньги увез в Америку, то, может, и меня привлекут.
что же это, кто его так вот научился? Так вот, то, о чем мы сейчас говорили, это еще, так сказать, не формулировки, правда? Это мы, так сказать, сам подход. Речь идет о том, что когда говорят об экономических интересах, то ведут разговор о характеристике экономического бытия. Говорят не о том, чем я интересуюсь, а о том, в чем я заинтересован. Видите, даже совсем другое управление в языке. Чего Шик не заметил или сделал вид, что не заметил. Например, можно сказать про пьяницу так. Он интересуется водкой, хотя в этом он абсолютно не заинтересован. Правильно? Он не заинтересован в том, чтобы спиваться, но пьет. А интересуется именно этим. Вот в чем дело. Поэтому это разные категории. И вот эти разные категории по-разному даже себя проявляют и по-разному зафиксированы в языке. Когда мы говорим об экономических интересах, мы говорим о том, кто, в чем, какой субъект и в чем, в каких изменениях, в каких действиях заинтересован и в какой мере, в какой степени. А вот теперь я вам дам формулировку. Экономические интересы. Это такая характеристика. Экономические интересы – это такая характеристика положения людей в системе производственных отношений. Которая показывает, какие действия или изменения этого положения им объективно выгодны или невыгодны, и в какой мере. Который показывает, какие действия или изменения этого положения им объективно выгодны или невыгодны, и в какой мере. Повторяю. Экономические интересы – это такая характеристика положения людей в системе производственных отношений, которая показывает, какие действия или изменения этого положения этим людям выгодны или невыгодны, и в какой мере. То есть это характеристика не людей, не только не сознания, и даже не людей вообще вот этих, а характеристика их положения. Вот если вы из положения студента превратитесь, займете положение преподавателя, у вас будут другие интересы. Близкие, но не такие. Правильно? Или вы сейчас вот конфликтологи, а кто-то возьмет и перейдет, так сказать, в музеологи. У него изменятся интересы. И все, что касается судьбы музеологов, у вас будет касаться непосредственно. А сейчас нас тоже касается, но косвенным образом, не затрагивает нашего положения. Поэтому, если вдруг, не дай бог, закроют кого-то, какое-нибудь отделение, и это никак не отразится, скажем, на конфликтологах. А вот если вы попадете в положение тех, кого закрывают, на вас это отразится. Независимо от того, какие у вас личные потребности, интересы, психологические. Вопрос, пожалуйста. Николай Васильевич, но ведь, несмотря на одинаковое активное положение, у тебя может быть все равно разный интерес. Не субъективный, а именно объективный. Вот объективно, смотрите, вы работаете продавцом, да? Желание продать. Но нет, это... не желание. Желание тут ни при чем. Но интересно. Абсолютно ни при чем. Желаю ее продавать. Я, может, отвратительно мне продавать, а приходится. Какое у меня тут желание? Мне кушать хочется. А вы мне говорите, у вас желание продавать. А у меня другой работы не нашел. Вот, интерес продать. Ну тут вопрос. Не интерес продать, а интерес в том, чтобы продать. А вы как-то все время формулируете, что подпало под психологию, что я заинтересовался продажей. Мне интересно продавать. Мне не интересно продавать, мне выгодно. Продать по дороге, продавать так, чтобы получить больший объем выручки. Вот это мне выгодно. А нравится это мне, не нравится, это за рамками. Это никакого отношения к экономическим интересам не имеется. Но я с отвращением буду продавать. Вы меня наняли, и вот я торгую и думаю, хоть вы сгинули бы вместе со своей продажей. Но все равно мне выгодно продать по дороге. От этого зависит моя зарплата, ваш доход и так далее. А вы, если я у вас не один... А вы заинтересованы в том, чтобы таких, как я, этих продавцов было много. Вы объезжаете на своей машине и смотрите, как он продает. А если он так это по дешевке это все продает, вы его выгоняете. И так далее. Понятно, да? Это вот в чем вы объективно заинтересованы. Как только вы перестанете, разоритесь в силу того, что я плохо продавал, у вас будут другие интересы. Но
вопрос можно задать? Пожалуйста. Нужно продать так, чтобы получить максимальную прибыль. Конечно. Но это же можно получать по-разному. Ты можешь конечно продавать и получать конечно процент. Поэтому я и говорю, поэтому речь идет о характеристике изменений. То есть можно так, можно так, можно так. Это характеристика чего? Какие действия или изменения изменяют это, затрагивает это положение, улучшает это положение или ухудшает это, в какой мере? То есть одни действия, другие, третьи. То есть на самом деле категория интересов относится не к какому-то одному действию, а это некая целокупность. Целокупность вот характеристик, вот эта характеристика такая объемная, она характеризует все возможные изменения вашего положения. Вообще вы ушли или там по-другому стали действовать. Вот это как изменит положение, вот это как изменит положение, вот это. Сколько таких изменений? Бесконечно много, вообще говоря. Бесконечно много всяких изменений, которые могут чем-то отличаться. Нет такого, такой меры, чтобы сказать, что вот мы сейчас пересчитали все возможные изменения. Сколько угодно. Вот это надо иметь в виду. То есть это очень такая серьезная характеристика и очень сложная. Есть, поэтому есть изменения такие длительные, связанные с тем, что ты продавал я в ларьке, а потом, значит, вот мы сняли помещение и теперь продаем в доме. Что сейчас вы увидите как? Или, скажем, у некоторых крупных компаний, которые не хотели иметь дело с вот этой мелкорыночной торговлей в ларьках, появился интерес убрать эти самые ларьки. А как их убрать? Надо как-то это хорошо обставить. И тогда выходит распоряжение бывшего губернатора, товарища Матвиенко, о том, что надо отодвинуть ларьки на 5 метров от остановок транспорта. И сразу приезжают люди с болгарками и распиливают все эти ларьки. И больше они там не возникают. Ну, какое-то количество потом снова возникает, но уже на большем расстоянии. И снова появляются магазины в жилых домах. Переводят из жилого фонда. Но там все товары будут дороже. Почему дороже? Потому что аренду надо платить. И так далее. То есть... Но это мы говорим вот пока вот о сфере торговли, а в сфере производства. Если у вас плохие условия, в чем вы труда, в чем вы заинтересованы объективно? Другую работу. Или не всегда вы найдете другую работу в условиях безработицы. Вы, пока вы находитесь в этом положении, вот это неправильно, вот пока вы находитесь в этом положении, значит, у вас есть интерес вообще сменить работу, это один интерес. А еще у вас есть интерес улучшить условия труда на этом рабочем месте. То есть поэтому, скажем, поставить здесь вентилятор, изменить температуру, так, убрать загазованность, изменить, сказать, темп работы и так далее. Да. Нельзя говорить, что есть интерес сменить работу, есть интерес улучшить условия труда. Сменить работу – это будет средство для достижения своего интереса, улучшения условий труда. Да, конечно. Будет средство улучшения условий труда. Ну, то есть интерес все равно улучшения труда. Да, конечно, вот, ну конечно, вот был же человек шахтер, а сейчас он не шахтер, а потом он стал освобожденный профсоюзных работник. У него улучшились условия труда. Раньше он сидел в шахте, в забое был, так и угольной пылью дышал. И у него силикоз мог быть в результате как профессиональный болельщик шахтеров. А теперь он их отставит, их интересы. Но у него положение такое, что у него появились свои интересы. Знаете, как это отражается в искусстве? Вам песня строить, нам жить помогает. То есть одни люди, так сказать, добывают хлеб, а мы объясняем, как надо добывать хлеб. Скажем, положение преподавателя уже не такое положение, как у тех, чьи интересы выражает преподаватель. Правильно? Если он их даже правильно выражает, все равно уже не. То есть различия в положении людей физического и умственного труда. Потому что одно дело, так сказать, находиться в шахте, а другое дело находиться в других совершенно условиях. И при этом мы знаем, что при этом еще и заработки у шахтеров гораздо меньше, чем у многих чиновников. Сколько получает сегодня шахтеров? Давайте по вашим данным. Шахтер, который вот там на глубине добывает уголь. Меньше 20 тысяч. А? Сколько? Меньше 20, точнее. Не меньше 20? Больше. Есть и меньше, есть и больше. Ну, примерно. А теперь скажите, сколько народные заступники получают? Депутат Госдумы сколько получает? 400. Чего 400? Тысяч. Ну, это не все. Нет, это какой-нибудь зампредседатель, их, правда, половина зампредседателей комитетов. Но вообще рядовой депутат Государственной Думы вот с прошлого года, вернее, с 1 января этого года, получает не 150, а ему сразу повысили на 100 тысяч, а 250 тысяч рублей. Видите разницу? Ну, а у него какие тяжелые условия? Знаете, как тяжело сидеть вот в Думе?
Хочется буфет пойти, туда пойти, сюда. Ты сидишь в Думе. Хочется в шахту пойти, а приходится сидеть в Думе. Сколько? 37. Ну, это вот близко, это да, это похоже на... То есть вы взяли широко распространенно, а это вот среднее. А среднее, знаете, как получается? Вот корова может утонуть в водоеме, средняя глубина которого 3 сантиметра? Запросто, да? Вот представьте так, большую-большую лужу, широкую-широкую. И в одном месте, так сказать, большая яма. А так, а дальше все идет. А средняя получается там 5 сантиметров. И корова может утонуть. Поэтому, скажем, вот это средние цифры, они как раз вот эту всю эти все различия стирают. И те конфликты, которые мы с вами исследуем, они их как бы не видят. Вот эти средние цифры их убирают, и уже и для рассмотрения их нет. И у нас все хорошо. Средняя температура в палате нормальная. Вот. И к вам приходил человек в халате, ко мне приходил человек в палате, в больницу, к вам в белом халате. Я ко мне в синем халате. Я спросил, а вы какой у вас специальность? Вы какой врач? Говорит, я не врач, я плотник. А температуру нам замеряли общую, так сказать, такая вроде нормальная. Ну, немножко побольше, чем 36,6. Так вот, а положение меняется и очень сильно. И у одного человека в течение жизни, человек в течение жизни, попадая в разные точки экономики, занимает разные положения. И вот у людей, которые находятся в одном и том же положении, одинаковые интересы, им выгодно одно и то же. На этом основано создание профессиональных союзов. Если это люди одной профессии, то у них близкое, не, абсолютно тождественного положения все равно нет. Правда? Вот вы тут сидите на первой парте, но вы левее. А вы посередине, а вы правее, если вы с той стороны смотреть. А вы вообще там на правом краю. Ну, задайте. А вы уже соскучился народ без ваших вопросов. Да. Скажите, пожалуйста, вы различаете, вообще это различаете в науке стратегические интересы, экономические и тактические? Тактических интересов не бывает, а есть долговременные интересы и ближайшие. Обязательно. То есть со всеми изменениями, раз со всяким изменением связан какой-нибудь интерес, со всяким. Поскольку всякое изменение положения затрагивает это положение, естественно, с ним связаны определенные интересы. И интересы бывают долговременные, всеминутные, коренные, побочные. И эту классификацию можно продолжать. То есть вообще вариантов сколько угодно. Здесь самые разные интересы могут быть. Потому что, строго говоря, нужно брать весь веер интересов. Вот у тех же самых работников одной и той же профессии, поскольку нет никакого абсолютного совпадения положения, у них нет. Но есть совпадение в том, что они, работники одной и той же профессии, вот в том, что характеризует их как некая общность, они имеют общий интерес. А раз они имеют общий интерес, им всем это выгодно, и поэтому они начинаются это совместно бороться. Например, вот представьте себе ситуацию, когда люди борются за повышение своей заработной платы. Всем рабочим выгодно повышение заработной платы. Правильно? Всем это понятно. Всем работникам от той же и той же профессии выгодно повышение заработной платы. Для того, чтобы успешнее бороться, они создают профсоюз. Когда профсоюз становится большим, то, так сказать, надо же, взносы надо собирать, и надо стратегию вырабатывать, и надо обучение сделать, и надо вырабатывать тактику этой борьбы, да, и так далее. Ближайшие и промежуточные и конечные цели видеть. Появляются освобожденные профсоюзные работники. Вот я стал вашим освобожденным профсоюзным работником, а вы все члены профсоюза. Раньше мы с вами вместе боролись, потому что и вы, и я принадлежали к одной и той же профессии. И чтобы мое положение улучшить, нужно было сделать так, чтобы у всех у нас улучшилось положение. Теперь с того момента, когда я стал освобожденным профсоюзным работником, у меня появились новые возможности. А нельзя ли мне поставить коэффициент, скажем, 1,3 или 1,4, как я видел в порту некоторым профсоюзным работникам поставили. Это был такой председатель портового комитета Моисеенко, он себе установил коэффициент. И главное, что он пришел к людям, они с этим согласились, говорят, вот я же за вас, за всех борюсь.
1,4. То есть докеры все ли имели средний уровень вот такой, которые в трюме работали. А человек, который в трюме не работал, в 1,4 раза, то есть на 40% больше. Потом ему это показалось мало, и он эту среднюю стал брать не среднюю, а потом это выяснилось, вскрылось, умножен на 1,1. То есть от увеличенной средней еще 1,4. И начинают люди защищать уже не интересы тех, кто их поставил, тех, кто их избрал, а свои особые интересы. И вообще, надо сказать, в сфере управления, какой бы вы замечательный государственный аппарат ни делали, как бы вы кадры ни набирали, как только вы получили государственный аппарат, в котором есть люди, которые защищают интересы тех, кто их поставил, но у них есть свои интересы, они о своих интересах должны подумать. Странно было бы, если бы они никак бы не защищали свои особые интересы, а защищали только интересы тех, кто их избрал. Поэтому для того, чтобы с этим бороться, нужны специальные формы. Например, та форма, которая сейчас есть у нас, парламентская, она исключает отзыв. Вот если я ваш депутат, и вы там случайно вот так проголосовали за меня и пропустили, отозвать вы меня не можете. Нету такой системы, при которой из парламента можно отозвать. Дескать, ждите следующих выборов, тогда вы нас всех и забаллотируете. Но выборы сейчас идут по партийным спискам, и это, в общем, достаточно прогрессивно, потому что единица в политике ноль. Это только кажется, что он самостоятельный депутат. Он никакой не самостоятельный, его какие-нибудь бандиты снабжают деньгами. Поэтому по партийным спискам. Но вдруг я снова окажусь в партийном списке. Вы хотели бы меня прокатить, а партия, которая идет на выборы, меня, вы за партию за эту проголосовали, и я прошел опять. Ждите еще теперь 5 лет. А через 10 лет уже, как говорится, и вы постарели, и я уже куда-то выше ушел. И меня уже не достанете. А если речь идет о советах, которые у нас существовали в стране до 1936 года. До 1936 года. Как органы, которые избираются в трудовых коллективах. Собралась конференция трудового коллектива. Вы послушали мой отчет и проголосовали. Все. Михаил Васильевич, спасибо, вы много сделали. Мы вас благодарим, вот пойдет вам. И все. А кто будет в совете заседать? Он, я или вы? Ну, это дело вот того, кто послал, правильно? И зная, что меня можно в любой момент снять, я уже буду себя по-другому вести. Потому что если я не буду выражать ваши интересы, вы соберете и скажете, ну, Михаил Васильевич, большое вам спасибо. И на этом, собственно, без всякого конфликта задвинули меня назад. Скажем, если взять данные 1935 года, то в Нижегородской области там было отозвано 300 депутатов разных уровней. А если после 1936 года взять, нисколько и никогда. Потому что когда начались прямые выборы до самого верха, там, скажем, избирают депутата прямо в Верховный Совет 1,5 миллиона, ну, чтобы собрать 1,5 миллиона, если даже теоретически предполагать, что они наделены правом отзыва, ну, для этого надо ходить с автоматами по домам, потому что как вы соберете 1,5 миллиона? И где вы их соберете? Поэтому сама структура вот советов была ступенчатой. Что кажется, вроде бы, на первый взгляд, отступление от демократизма. Дескать, вот первая ступень, то вторая ступень. На самом деле люди могут вот с одного уровня избрать депутата городского или отозвать его. А вот дальше съезд этих городских и областных советов избирает Центральный исполнительный комитет. И вот если вы попали в этот исполнительный комитет, а вам товарищи посмотрели, как вы работаете, и сказали, знаешь, дорогой, позвали вас обратно на завод. Пришли вы, не пришли, это уже не важно. И приняли решение, что вместо вас Иванова послать вот этого Петрова. И все. И вы улетели из Центрального исполнительного комитета, из городского совета и так далее. С 1936 года у нас это исчезло, пропало, и началось заражение. Не просто присутствие бюрократизма, там, карьеризма, местничества, ведомственности в государственном аппарате. Это во всех государствах и всегда есть в какой-то степени. Не бывает такого, чтобы вот если вы сделали особых людей, а это особые люди, чиновники, для того, чтобы они ваши интересы удовлетворяли, у них сразу появляются свои интересы, которые они тоже начинают удовлетворять. А сейчас даже некоторые сознательно действуют так, что он должен за то время, пока его посадили на это место, накопить как можно больше миллионов, в том числе и посредством взяточничества. А он знает, что ничего сейчас от конфискации нет имущества всего. Ну, посидит немножко, это как бы он на заработки съездил. И получил на всю жизнь. Конфискация, по-моему, на раз больше.
А? В раз больше берут. Да, в два раза. Я 10 миллионов взяток взял, а вы меня, значит, а вы меня на одной поймали, а я их 10 взял за год. И вы раз, в два раза больше взяли. Я посчитал 10 минус 2, 8. Отлично, все хорошо. Прибыль колоссальная, согласитесь. И норма прибыли колоссальная. И берут поэтому. Причем пока Медведев был у нас президентом, вот убрали конфискацию имущества и убрали уголовную ответственность за взяточничество. А в советское время был расстрел за взятку. Если вы мой представитель, народный представитель, так, и вы взятку взяли. Поэтому у нас выступал помощник председателя законодательного собрания Владимир Иванович Еременко. Он философ, наш факультет кончал. Выступал на конференции в Разливе по вопросу как раз о мерах борьбы со взяточничеством. И говорил, вот в советское время существовал расстрел. Ну, а сейчас, говорит, как есть. Вот как можно эту проблему решить? Ну, я, говорит, другого средства не знаю, сейчас его нет. В Китае расстреливают взяточников? Расстреливают. Это исключает взятки? Нет, настолько сильный интерес, что несмотря на наличие даже такого преступления, такого вот наказания, и все равно на это преступление идут. Поэтому надо понимать, что всякое наказание, что делает, оно ограничивает распространение, но не ликвидирует. Потому что, чтобы ликвидировать взяточничество как таковое, коррупцию как таковую, бюрократизм как таковой, нужно что сделать? Нужно сделать так, чтобы исчезло государство, отмерло государство. А что такое государство? Оно само по себе имеет положительное значение или отрицательное? Само по себе оно имеет отрицательное значение. Это же принуждение людей. Сейчас я вместо того, чтобы вам вот объяснять, дайте тяжелый, есть что-нибудь? Я сейчас вот ему объясню. Тяжелый. То есть я что такое делает государство? Это же машина насилия. Это дубинка, которой правящий класс бьет других. Но если речь идет о насилии по отношению к чему-то отрицательному, то отрицание есть положительное утверждение. Да? Поэтому это положительное только как отрицание. Поэтому, скажем, был такой французский социалист Поль Голлэ, он говорил так, пусть смертную казнь отменяют господа убийцы. Ее отменять не надо, если не будет убийств, никто не будет применять. Вы хотите, чтобы не было расстрела? Так не убивайте людей, и не будет расстрела. Но если вы убили, ну знайте, что вас расстреляют. А сейчас картина у нас такая, что если меня убьют, то знайте, что того, кто меня убьет, не расстреляют. И если вас убьют, то тоже знаете, что тот, кто вас убьет, его точно не расстреляют. Потому что у нас расстрела нет. Он как бы есть еще в Уголовном кодексе, но его не применяют, так сказать, мораторий у нас наложен. И это знают, в том числе и серийные убийцы. И поэтому была у нас такая картина, когда судили Битцевского, серийного убийцу, который 61 человека убил. Причем обязательно вот со знакомыми выходил в битцевский лесопарк. Битцевский маньяк. С молотком. И тут они гуляли, потом разбивал молотком голову, обязательно разбивал череп. И сбрасывал в люк. И там труп растворялся, и найти невозможно. И вот на суде поймали его все равно, но долго. Потому что он после первого преступления 9 лет никого, нет, такого преступления не было. А потом пошло один за другим. Безнаказанность. И вот судья спрашивает, вот вы убили 51 человека. Он говорит, я не 51, а 61 человека убил. Ну хорошо, это у меня не проходит 61, это вы в других судах можете рассматривать, а у меня вот 51. Вот зачем вы это делали, он говорит, а я себя лучше чувствую. Ну, ясное дело, когда человек знает, у нас всякий убийца сейчас, и потенциальный в том числе, который сейчас только замышляет, а убийцы у нас все идут. Он знает, что к нему это применено не будет. А и к нему что будет применено? Его куда-то посадят. Пожизненное заключение в самом большем случае. Вы знаете хоть одного человека, который пожизненно сидел? Просидел? Я таких не знаю. Вот в Германии были двое, недавно выпустили. Все равно выпустили. Придут другие начальники, другие руководители. Поскольку это радость, что они пришли, они какое-нибудь устроят освобождение заключенных. И все. Нету ни одного человека, вы не назовете мне,
фамилию человека, который просидел пожизненно. Да. Михаил Васильевич, но при нынешнем состоянии судебной системы и следственного комитета невозможно вводить смертную казнь. При нынешнем состоянии, так сказать, студентов, которые не додумав, не обдумав, сразу начинают выступать, невозможно ничего вводить. Потому что, скажем, вот профессор Уваров на этот вопрос в свое время, вот, который вы задали, отвечал так. Это делается очень просто. Откладывается применение этой меры после приговора лет на 9, на 10, хотите, на 15. 15 лет проверяют, перепроверяют, берут все, так сказать, возможные варианты, нет ли ошибки. Так? А через 15 лет применяют. Вот и все. Мало 15, 20. Ну, а? А раньше вот те, кто вот зверские убийства делает, их убивают на зоне преступники другие, которые не любят таких вот мокрых дел. А если человек не виноват, ему следователи... Я еще раз говорю, что сколько вам лет надо на выяснение? 15? Вы будете... Вот скажите мне, как вы решаете такую проблему? Вот Сталин так формулировал. Как мы будем делать? Будем рассматривать ошибки в проведении правильной линии и бороться с ошибками в проведении правильной линии? Или линию возьмем неправильную? Вы что хотите, неправильную линию или... Вот именно возьмем правильную линию, будем сначала искоренять гадость... Почему сначала-то? Почему сначала? Я еще раз говорю, что отложите, пожалуйста, применение этого самого, приведения в действие приговора лет на 10-15 и разбирайтесь. Сначала надо лес убить, а потом уже чтоб щепки. Что? Что сначала? Сначала лес убить надо, а потом чтоб щепки. Вот пусть он и рубит лес 15 лет. Зная, что его потом расстреляют. Пусть рубят. Вы же знаете, что таких, как вы, вот ловят и убивают. Насилуют и убивают сейчас. Сплошь и рядом. Один за другим случай. Малолетних детей убивают. Или не убивают. Вы что, наблюдаете, нет? Дальше. Я возьму другую сторону. Как вы думаете, из этого выходит из этого положения наши правоохранительные органы? Вот идет, скажем, какие-то террористические акты в том же самом Дагестане. Объявляется зона контртеррористической операции, да? Скажем, квартал, часть города. И говорят, подозреваемые, вот, боевики, подозреваемые, одному 18, другому 20 убиты. И что тут было? Было решение суда? А вообще никакого суда нет. А когда вы будете разбираться? Потому что либо вы их убьете, либо вас убьют. Пока вы будете ходить вот так, вас поубивают. А как может быть иначе? А разве нет у нас случаев, когда судьям проламывали голову, или с гранатой приходили в суд и бросали? Сколько угодно. Да судьи часто полные гады бывают. Что? Судьи полные гады бывают. Вы что, не знаете, сэр? Я знаю. Я вообще-то немножко больше вас ходил по судам. Я хочу сказать, что я удивляюсь, какие у нас хорошие судьи в такой обстановке. Откуда они только берутся? Наоборот, я удивлен этим, Маша. Какие, так сказать, и толковые бывают, и умные. Причем женщины очень, так сказать, в основном. Очень толковые, очень умные и разбираются. И такие они с хорошим характером, твердым. И как просто их вот не собьешь. Вы походите. Суды у нас открыты. Походите по судам. Вы думаете, что они хотите? Я, например, во всех судах, которых был, выиграл. Поэтому я не могу сказать, что у нас суды плохие. А люди, которые вообще ни законов не знают, ни головой не думают, они, естественно, все проигрывают. Но если вы идете в суд и предполагаете, что в суде... другой стороне будут подыгрывать. С каким счетом надо выигрывать, если вы играете в волейбол, а той стороне будут подыгрывать? Забить на еще один больше? Ну, один мало. Я вот выиграю 8-2. Они припишут 4-8 со счетом 8-6, я и выиграю. Так вы так сделаете, чтобы вы выиграли с явным преимуществом? Потому что любой судья боится, что его тоже поймают на том, что он кому-то подсуживает. Ну так вы, а вы идете туда, как это, к Богу, что вот они решат. Ничего суд у нас не решает. Суд у нас, и дело не в судьях. У нас согласно кодексу уголовно-процессуальному, он носит состязательный характер. Если я вас пересостязал, то я выиграл. Если вы меня пересостязали, то вы выиграли. А судьи смотрят. И вот товарищ Бастрыкин, который был замсекретаря парткома здесь по идеологии, а я в то время был заместитель секретаря партбюро вот, экономического факультета, я к нему все время ходил. Вот товарищ Бастрыкин, единственный человек из высших руководителей, который поставил вопрос о применении смертной казни, введении и возвращении. Это во-первых. И во-вторых, он поставил вопрос, что суды должны истину разыскивать. Истину. Какой шум поднялся среди адвокатов, которые на этом деле делают деньги. Зачем истина?
Вот если я хорошего адвоката взял, я выиграл. Вы взяли, у вас денег меньше, чем у меня? Ну, вы проиграете. Потому что я найму, вот его найму, он хороший, дорогой адвокат, а вы наймете ее, у него меньше квалификации. И все, и я выиграю. А ваша истина тут вообще ни при чем. Состязание сторон. Так вот, Бастрыкин не удалось пока ввести снова. И поддержали его. Причем шум был страшный со стороны этого так называемого юридического сообщества, которое деньги получает от этой состязательности. А? А как же, я со всеми состязаюсь. Со следаками очень просто состязаюсь. Вот сейчас я приведу вам пример. Вот Маша, сейчас я на минуту буду следователь. Вы признаете, что вчера вы убили 10 человек? Нет. Вот видите, она убила вчера 10 человек и не признает. Это ужасно. Неправильный ответ. Хотите, я вас научу, как отвечать? Нет. Надо говорить, я не убивала. А вы просто убили, но не признаете. Это ужасно. И вот это слово признаете, везде написано. И предполагается, что когда вы попали к следователю, вы сначала вас спрашивают, а вы письменно отвечаете. А в конце с моих слов записано верно. Не торопитесь подписывать. Я пишу, с моих слов записано неверно, и дальше сам излагаю, как было. То есть право у вас есть, но люди как торопятся, прям как им хочется подписать, и пошел домой. А потом не домой, в тюрьму. Не торопитесь туда. Не надо туда спешить. Ну, мы будем отвлекаться на эти моменты, они с конфликтологией все связаны. Но сегодня у нас главная тема не то, как и какие меры применяют, а в чем и кто заинтересован. Так вот, еще раз обращаю ваше внимание, что речь идет не о характеристике человека, тем более не о характеристике его сознания, а о характеристике того положения, в котором находится человек. Такой, в этом, человек, находящийся в этом положении любой, имеет такие же интересы. А именно, вот представьте себе очередь, допустим, как сейчас еще есть очередь на получение жилплощади. Я уж не знаю, кто там, кого там ставит, но ставит еще. И кто-то проходит эту очередь. И вот представьте себе, человек стоит в очереди, последний. И шансов у него получить очень мало. А второй, который стоит в очереди, у него шансы получить стопроцентные. Ему хватит. Кого ставить контролировать прохождение этой очереди? Того, кто последний стоит, или того, кто второй? Того, кто последний. Не спрашивай, какое у него образование, там, может быть, он такой очень хороший человек, а тот плохой. Почему? И это, кстати, любая очередь сама решает всегда. Люди, которые подходят близко уже к тому получению, они сами уже отходят и вот начинают контролировать тех, кто в конце там дальше стоит. То есть контролировать должен тот, кому хуже, а не тот, кому лучше. Вот я буду контролировать, значит, кто должен контролировать, скажем, качество кормления? Тот, кто, кого отдельно кто-то кормит, или тот, кто кормит вес вместе со всеми? Конечно, надо кого-то брать из тех, кто сам питается. А иначе этого контролера посадить за отдельный стол, вот, накроить ему этот стол, сделать шведским, и потом спросят, ну как? Скажем, если меня посадят за такой стол, скажут, как Михаил Васильевич вот студентов кормит? Отлично кормит, правда? Замечательно. А студентов не попробовали, вот сказать, спросить, как их кормят? Обеда пробовали. Вот. Как вы думаете, вот когда у нас здесь прошло преобразование, у нас заменился один буфет на другую фирму, и резко, так сказать, у нас не стало обеда комплексного. А раньше он был. И вот не наши товарищи, не философы, не историки, а филологи, студенты, значит, начали бунтовать по этому поводу, написали ректору, и в результате вот их действий конфликтных заставили всех ввести этот самый комплексный обед. Он сначала стоил 100 рублей, потом начал тоже так, в соответствии с интересами тех, кто это делает, так медленно пошли. Сейчас, не знаю, сколько стоит сейчас? 150. Сколько? 150. Видите, я как уже оторвавшийся От студентов в этом смысле. Я это не знаю. 150. А так было вот меньше 200, даже и не подходить, так сказать. Меньше, чем за 200 рублей не победишь. Ну, вот это очень важная характеристика. Что кому выгодно. Причем из того, что этому человеку выгодно, не следует, как он, конкретный человек, будет действовать. Никак не следует. Например, какое положение было у Карла Маркса? Кто такой Маркс по своему социальному положению? Скажите, пожалуйста.
Что, не знаете Маркса? Не знакомы, да? Знакомы. Ну, кто он по своему социальному поводу? А? Буржуй. Нет, не буржуй. Ну, что вы говорите-то, Маша? Много раввинов и муж. Ну, что вы говорите? Ну, человек занимался научным трудом, буржуазный интеллигент. Буржуазный интеллигент в буржуазном обществе. Так буржуй? Нет, Маша, буржуазный интеллигент. У вас Адам Смит тоже буржуй? Тоже. И Кене буржуй? Ну, это вот, я бы сказал, голос недоучки, если переходить на такой язык, как вы. Это неправильно. Буржуазный интеллигент. Ну вот, если уж вам хочется буржуем кого назвать, так вот, Фридрих Энгельс, когда папаша его умер, а папаша у него имел, как известно, фабрику, превратился в кого? После смерти папаши. До этого, как пишет, вот, если вы возьмете положение рабочего класса в Англии, экономическое произведение, которое он раньше, чем Маркс написал, почти целый том занимает. И там Энгельс пишет: я уехал из Германии в Англию на 3 года от красного вина, от шумных салонов, чтобы жить той жизнью, которой живут рабочие, чтобы написать, как они живут. Вот это он тогда, в таком. Ну, какое у него все равно было положение, у него было описывающее. Но, тем не менее, он тогда жил в этих условиях. А вот после смерти своего он был, естественно, тоже буржуазным интеллигентом. Но по окончании, то есть после того, как, сказать, он поработал в конторе, конторщиком он был в конторе у своего отца, когда отец умер, он стал фабрикантом. Фабрикантом. И если уж вы хотели кого-то назвать буржуем из основоположников марксизма, пожалуйста, и называйте после этого Энгельса. Он был буржуй. А вот вы все время путаете умонастроение и положение. А мы сейчас говорим о положении. Вот мы с вами уже закончили эту дискуссию, что это разные вещи. Одно дело умонастроение. Может, у вас буржуйские умонастроения, а вы поэтому так на других нападаете. Чтобы на этом фоне себя незаметно прокрасться. Буржуи. И некоторые, знаете, как против буржуев некоторые они очень сильно выступают, потому что они сами хотят быть буржуем, им никак не попасть туда. И вот они так прямо, как вот Ельцин выступал против благ, которые были у Горбачева, а потому что это было не у него. Как только он стал президентом, он сразу стал получать все эти блага и оторвался от народа. Да, для ближе к началу лекции вопрос. Вот вы говорили про краткосрочные и долгосрочные, да, интересы. Они, да, не смогут друг другу противоречить? Его они очень сильно противоречат. Да. И вот получается, пример с профсоюзом. Там ведь как? Выходит, в какой-то степени краткосрочный интерес, он противоречит, ну, людей, находящихся в одном социальном положении. Краткосрочный интерес, он может друг другу наоборот противоречить. Может. Может. Может противоречить, но и в единстве находится. Например, если вы будете все время строить хорошие дома, вот как говорят, меняю комнату в квартиру в хрущобах на комнату в сталинском доме. Значит, чем характеризуются сталинские дома? Высокие потолки, низкая слышимость, надежность. Вот, скажем, я живу в хрущевском доме во дворе на 2-м Моринском проспекте, а напротив, на 2-м Моринском, на уголочке, стоит вот такой дом сталинских времен, который никогда никто не ремонтировал. Он стоит светлый, потому что подобран материал, который отталкивает, электростатически отталкивает пыль, загрязнение. Светлый такой и стоит. Ну, и стоит, ничего с него, ничего не сыпется, никакие ни камушки, ни прочее, потому что если бы сыпались, в то время бы за это вот так наказали, что человек бы пошел в тюрьму, если бы он не доложил туда цемента. Или вместо того, чтобы как технологию соблюдать, ее не соблюдал. Так вот, если все время строить дома, придется сначала жить в бараках. И вот каждый день мы начинаем строительство нового дома, каждый день. И тогда получается, что мы все время долговременные интересы. Но это, скажем, займет 3 года. Через 3 года каждый день будет вводиться в действие новый дом, но хороший. И тогда уже текущие интересы будут удовлетворяться за счет долговременных действий. И это относится и к переоснащению предприятий, и к ремонтам. Например, говорили, что вот эти хрущобы делают на 25 лет. Людей туда загнали, и они оттуда выйти не могут. То же самое я видел и во Франции. В предместье Парижа, видишь, думаешь, что такое, куда приехали?
Ленинград, Санкт-Петербург. Такие же хрущевы. И вы приехали в Париж, и первое, что видели, три бомжа сидят на вокзале. Думаю, ну, а вокзале, выходишь прямо, как у нас, пяти углов. Вот такая картина. Думаю, надо же, куда-то там необыкновенное место приехало. Все то же самое. То есть, есть противоречия, но есть и вот такой вот результат. То есть, если вы будете все время избушки быстро строить, как в той сказке про Ниф-Нифа, Наф-Нафа и Нуф-Нуфа, строить все время и соломенные там, или деревянные, а не каменные, то вы, так сказать, рискуете расстаться с жизнью. Если придет волк и вас съест. А если вы, так сказать, построили, ну, одно время помучились, но потом вы будете текуще удовлетворять все время, систематически. Точно так же и в отношении изучения. Можно все время читать плохие книжки и учебники, срочно прочитать по-быстрому и что-нибудь выступать, как некоторые. А можно взять и фундаментальную вещь долго-долго изучать. Вот я вам скажу, что я науку логики изучаю уже больше 40 лет. Я вам не могу сказать, что я там все понял. Но благодаря этой книге я в других всяких областях и в области философии гораздо больше. Я ведь не философ по своему первому образованию. Я матмех начал, я математик. Я получил диплом математика, потом кандидат экономических наук. Вот здесь я в аспирантуре был на экономическом факультете. Вот этот весь край был экономический факультет, вот тот край. А этот край был здесь философский. А потом я здесь появился, вот уже будучи доктором философских наук. Я докторскую защищал здесь, благодаря науке логики Гегеля. То есть можно стать доктором философских наук, не будучи ни кандидатом, ни выпускником философского факультета, если читаешь науку логики, изучаешь ее. А можно читать всякие книжки про разных философов, по истории философии. Вот этот был такой, этот то писал, а это то писал и так далее. И кем ты и не станешь. Можно все прочитать, что есть в публичной библиотеке. Что будет в голове? Публичная библиотека. Это в лучшем случае. Или будет каша. Вот. Или будете вы хотите конфликтологом стать, а так вы будете кто? Ну, человеком, который библиографом может работать. Он знает, в какой книжке что прочитать. Что плохого? И будете вы не ученый, а начитанный человек. И я вам скажу, что мне в свое время... В чем заинтересован, скажем, студент? Студент заинтересован в том, чтобы научиться самостоятельно мыслить и стать умным человеком. А умный человек и начитанный человек – это разные понятия? Разные. И начитанный человек, он все читал, знает. Во-первых, вы можете выигрывать во всяких конкурсах сейчас очень сильно. Вот. А вообще вы будете называться эрудированным человеком. Вот и все. Компетентным, но не ученым. И у меня был такой вот случай, когда я учился еще на матмехе, встречает меня наш профессор Никитин, астрофизик, и говорит: «Миша, ты плохо выглядишь». «Вы чего?» «Ты, наверное, много читаешь». «А что, говорю, это плохо?» «Ну, конечно, говорит, ты разучишься думать». Я так удивился тогда. Я думаю, что-то хорошее делаю. Он мне говорит: «Ты, наверное, много читаешь». «Чего себе?» И как-то я после этого перестроился. То есть, если у вас времени 10 часов, то ну, читать сколько надо тогда часов? Подумайте. Ну, 5 часов читать, 5 часов думать. Ну, к примеру. А если у вас полчаса? Ну, 15 минут читать, 15 думать. Некогда думать, читать надо все. Читать, читать. Некогда, значит, заниматься, да, пожалуйста. Трясти надо. И если человек вот не идет в глубину, кто-нибудь может сформулировать? Вот Маша, она выступает как раз хорошо. Маша, умный человек, можешь сказать, кто такой? Сократ. А? Умный. Сократ. Ну, Сократ. Так это вы называешь человека. А кто такой? Определение умного человека. Тот, кто ничего не знает. Не знает, что ничего не знает. Нет. Или не знает даже этого. Ну, кто-нибудь есть, кто скажет, кто такой умный человек? Умный человек – человек, обладающий, во-первых, системой знаний, и продолжу, во-вторых, способный сам ее выработать. Так, и что? Система есть знаний, выработал, и что? И дальше что? И ничего не делает. И умеющий ее применять. Вот. Да. Вот вы наиболее близко к этому подошли. Я очень высоко оцениваю ваш ответ. Умный человек – это человек настолько начитанный, настолько способный, что он сможет самостоятельно приходить к правильным выводам. Ну и, соответственно, и действовать. Самостоятельно. Не потому, что я вам пойду, идите туда, сделайте то. Потом вам скажу, иди туда. Один знает, а другой, значит, его пошлет, он... Нас... Мы лежали, нас подняли. Нас толкнули, мы упали. Нас подняли, мы пошли. Ну, чтобы так не было. Чтобы человек самостоятельно мог приходить к правильным выводам. Он умный. А если человек вот просто читает, говорит: «Не мешайте, я читаю».
Дескать, я гляжу. А некоторые сидят у компьютера и играют в эти в карты. Если он думает, если на компьютере в карты играет, это он не картежник. Но все равно картежник. Хоть ты на компьютере играешь, что-то на бумаге играешь. Какая разница? Так. Так вот, вы заинтересованы, чтобы быть умным человеком? Объективно заинтересован? Объективно заинтересован. Это вам выгодно. Потому что если умный человек, то он в любой области он продвинется. А если он не умный, то не продвинется. Хоть бы он и читать может много. Да. А вообще умный человек может мыслить в категориях выгодно-невыгодно? В категориях чего? Выгодно-невыгодно. Обязательно. Человек очень должен мыслить в категориях выгодно-невыгодно, но люди действуют сплошь и рядом не в соответствии со своими экономическими интересами. Это я вот должен вас подчеркнуть, чтобы мы это все заметили и знали. Скажем, вот скажите, пожалуйста, что было выгодно немецкому рабочему классу тогда, когда началась Вторая мировая война? Выгодно ему было наступать на Советский Союз, немецкому рабочему классу? Нет. Кому это было выгодно? Это было выгодно правящему классу, империалистическому, немецкой буржуазии империалистической. А кто воевал? Ну, не Крупп же воевал, стрелял из пушек Круппа, да? И не Мессершмитт же сам управлял самолетом, который на его заводах производился. А кто здесь воевал? Рабочие немецкие. И немецкие рабочие кого убивали? Убивали советских рабочих и крестьян. То есть бывают такие ситуации, когда люди действуют против своих экономических интересов, сплошь и рядом. В том числе потому, что одно дело, в чем он объективно заинтересован, это еще он должен понять, это он должен еще осознать, он еще для борьбы за эти интересы должен организоваться. А другое дело, куда его толкают и на что его настраивают. То есть это роль сознания. А роль сознания в отношении человека отдельного не только является очень важной, но во многих случаях определяющей. Например, человек есть продукт обстоятельств и воспитания. У Маркса написано в тезисах о Вербахе. Человек есть продукт обстоятельств и воспитания. То есть кто вы? Зависит не от того, что вот вы сейчас сидите на этой партии, и не от того, сколько вы съели котлет. И не от того, какая зарплата у вас, у ваших родителей. Зависит от того, кто ваши родители, где вы родились, с кем вы общались, кто на вас повлиял, на кого вы повлияли и так далее. То есть от всех обстоятельств вашей жизни, в том числе и от той группы, где вы занимались и так далее. От всего это зависит. Что вы учитесь здесь в университете, в нашем, который имеет тоже определенные традиции, это тоже одно из обстоятельств вашей жизни. То есть человек есть продукт обстоятельств и воспитания. Скажем, вот то, что брата у Ленина убили, это не было очень важным обстоятельством. Это никакой не экономический интерес. Но это повлияло на его судьбу, безусловно, в плане того, что он решил решительно бороться, так сказать, беззаветно бороться против царизма. Другое дело, что потом он подкрепил это вот желание знаниями соответствующими, изучением интересов класса. Он должен был выражать интересы не свои собственные, а с чего выражать? У него, во-первых, он неплохо жил, он был дворянином 16 лет. В семье никогда не было недостатка, так сказать, в питании, в каких-то условиях. Но он стал выразителем интересов какого-то другого класса. Поэтому, скажем, тот же Маркс, которого вы назвали буржуями, явился основоположником и выразителем интересов мирового рабочего класса. Тот же Энгельс, и тогда, когда он стал фабрикантом, и в это время он второй и третий том, который Маркс не успел обработать, второй и третий том «Капитала» он доводил до ума, до публикации, и на этом испортилось все зрение, можете видеть портреты Энгельса, когда он в очках, такой уже полуслепой, продолжает это делать, и все он в фигурные скобочки вставил свои вставки там в «Капитал», где он отмечал. Вот в это время Энгельс эту функцию выполнял, идеолог рабочего класса, и весьма последовательно. Его никак не обвинишь в том, что он отошел от позиции, что он неправильно выразил интересы рабочего класса. Ну, потому что с других позиций, он есть другой класс, у него есть другие позиции. Есть последовательные представители другого класса. А бывают переметы, перелеты. Человек выражал позиции одного класса, а так сложились обстоятельства, что выражать дальше интерес этого класса было связано с, возможно, с угрозой для жизни, с угрозой потери благосостояния, с угрозой потери тепленького места. Например, вот на меня очень повлияло такое высказывание Ленина, когда он говорит: «Товарищи рабочие,
Учитесь на примере всей жизни Жюля Гетта. Жюль Гетт возглавлял революционное крыло социалистической партии Франции. За исключением его измены в 14 году. Вот это и здорово. На примере всей жизни учитесь. То есть вот до этого момента ничего вы не можете сказать в отношении его последовательности, там, преданности и так далее. Что получилось в то время, которое предшествовало началу Второй мировой войны? Бывшие социалистические партии, вполне защищавшие интересы рабочего класса, поставлены были перед выбором. Или вы голосуете за военные кредиты, и тогда вы можете идти в правительство. Или вы голосуете против кредитов военных. Вот поднимайте в парламенте руку, или в Думе у нас, в России. И вот это поднятие руки означает, что вы идете куда? На каторгу. Сразу же. И вот в германском Рейхстаге один человек, Карл Либкнехт, поднял руку и пошел в тюрьму. А у нас все наши большевистские депутаты, Бадаев, Муранов, Шагов, Нагин, подняли руки против военных и их отправили на каторгу в Сибирь. Тут же. На этом закончились партии Второго интернационала. Они перестали быть партиями рабочего класса, то есть авангардом этого класса, и стали авангардом буржуазного класса. Буржуями они не стали, потому что буржуй – это капиталист. То есть он бывает промышленный капиталист, бывает торговый капиталист, бывает сельскохозяйственный капиталист. А что касается, вот, скажем, сферы идеологии или управления, бывают представители того или иного класса. Один человек представляет один класс, другой. Если возьмете любую партию, в голове этой партии вы всегда найдете интеллигентов, которые выражают плохо или хорошо ли интерес этого класса, который они избрали вот для, так сказать, своего поприща и которые ему близки по каким-то там поводам личным, связанным с обстоятельствами их жизни и так далее. Так складывается. И это нас не только не лишает необходимости рассматривать сначала объективные интересы, а оно дает нам, так сказать, такое обязательство, оно нас обязывает к тому, чтобы сначала рассмотреть объективные интересы, а потом говорить, в чьих интересах эти люди действуют. В своих личных, а не в интересах класса, или против интересов класса, или в основном в интересах класса, но и в чем удовлетворяет свои личные поначалу и так далее. То есть, если мы хотим видеть вот эти тонкие моменты, связанные в том числе и в конфликтных ситуациях, потому что мы говорили, что конфликт – это обострившиеся противоречия. Мы должны видеть вот объективные основы противоречия, противоположных интересов. А на какой стороне будет тот или иной человек стоять? Что разве мало рабочих, которые стоят на буржуазной позиции? И что нет таких буржуа, которые стоят на рабочей позиции? Есть? Есть. Поэтому мы должны видеть, что за этим идет процесс осознания этих интересов. Осознание интересов – одно дело, что касается продавца, тут, как говорится, ежу ясно, что ему выгодно. А вообще интересы класса должны быть осознаны. Во-вторых, внесение этих интересов, сознание этих интересов в класс. И вот такая организация, которая как раз занимается осознанием этих интересов и внесением интересов в класс, называется авангардом класса, а авангард класса – это политическая партия. Поэтому, вот если мы возьмем наше время уже, не феодальное время, а вот наше время буржуазное, то вот в буржуазное время появляются политические партии, и это характерно для всех буржуазно-демократических государств. Для всех. Поэтому, если какой-то у нас был период, вот, когда пришел Ельцин, говорит, у нас будет без идеологии, без партии, без всего, это было очень смешно. Потому что без идеологии не бывает, и без интересов не бывает, и просто, так сказать, получился просто развал. Сейчас, если вы знаете, буржуазия создала много-много разных партий, до 40. Но таких реально, буржуазных партий, то есть, которые являются авангардом класса буржуазии, являются три. Это «Единая Россия», это «Справедливая Россия» и... КПРФ. Нет, это неправильно, не КПРФ, нет. ЛДПР. А вот КПРФ, если ее характеризовать как партию, и думать, интересы какого класса она выражает, она ближе всего и точнее всего выражает интересы мелких буржуа. Мелких буржуа. Не путай с буржуями, Маша. Мелкие буржуа
Вот это надо всем запомнить, потому что это вот определение многие не знают. Мелкий буржуа – это мелкий хозяйщик, работающий на рынок. Если я своими средствами производства работаю, сам картошку выращиваю, потом выношу на рынок и вам продаю. Ну, приехал перекупщик, который сказал: Михаил Васильевич, ну что вы будете стоять? Дайте я сейчас все куплю, идите домой. Раз у меня и купил, да. А причем сделал так, что куда я не сунусь, там везде стоят, и никуда мне не пройти. Ну, я плюнул, отдал и уехал. То есть мелкого буржуа еще и эксплуатируют, те, кто у него оптом закупает. Например, молочко 15 рублей. По 15 рублей берут у сельхозпроизводителей, а продают по 50. Или, вот я видел недавно, так сказать, в связи с импортозамещением в сельском хозяйстве, выступает фермер, говорит: ну, может быть, мы теперь вздохнем, потому что, говорит, нам приезжают и говорят: давайте мы у вас возьмем морковку по 2 рубля за кило. Я говорю: так вы чего, вы же ее по 20 продаете. Ну, не хотите по 2, как хотите, и все. И мы, говорит, запахиваем эту морковку, потому что по 2 рубля отдавать, ну, это совершенно бессмыслица совершенно полная. То есть мелкие буржуа – это не эксплуататоры. Мелкие буржуа – это мелкие хозяйчики, то есть трудящиеся, работающие на рынок. То есть партия, которая их выражает, это партия трудящихся. А. Б. А идеал? Если я вот вырасти в настоящего буржуа, правильно? Если я мелкий хозяйчик, то какой хозяйчик не хочет стать настоящим хозяином, стать настоящим буржуа? Поэтому, может, я никогда и не стану. Всю жизнь только об этом мечтаю. Всю жизнь я буду только в этом проголодь существовать. И вы видите, как они вот эти ларечки везут на этих «Жигулях», там набито у них капустой, морковкой, всеми этими картошками торгуют вечно. И никогда они не выбьются, а потом их возьмут еще и разгонят. Ну вот в этом смысле, скажем, если говорить вот какова точная классовая квалификация с точки зрения выражения интересов. Вот КПВФ выражает интересы мелкобуржуазного класса, обширного. И в чем это выражается? В том, что они говорят: мы вот за трудящихся, мы за бедных, и мы еще за мелкий бизнес. А если я за мелкий бизнес? Что, он только все время был мелким? Вот если вы если я за мелкий бизнес, чтобы ваш бизнес всегда оставался мелким, не вырос, что ли? Такой может быть, нет? Ну, раз я за мелкий, значит, вместе с этим бизнесом мелким вырастают аппетиты тех, кто их выражает. Вот и все. А вот если мы берем технологию, то в принципе три класса. Да, вы совершенно правы. В принципе, три класса, на самом деле, три группы партий. Все на этом. Все гораздо проще становится, чем у тех, кто просто смотрит на этот вот многосветие. Им кажется: о, 40 партий движений, наш рулевой. И у него кругом голова идет. На самом деле, есть 33-главый такой дракон, правящий класс. Одну голову срезал, вторая есть, вторую, третья. Был наш дом Россия. Не стал наш дом Россия, стал единая Россия. Нет проблем. То есть этот период пройден, когда вот было без времени, или это какой был странный момент, помните, когда Владимир Владимирович как бы не был членом партии, но был лидером «Единой России». Да, так было по уставу записано. Было очень довольно смешно с точки зрения политической, что вот, дескать, он так быстро и шел вперед, что партия за ним не успевала. А когда партия его догнала, тогда Владимир Владимирович передал это Медведеву, Медведева тут же приняли в партию, и он стал лидером партии. Вот вы у нас новый, будете член партии, только вчера, без году неделя, и уже у нас самый главный будете. Здорово? Ну так произошло. Кто лидер сейчас «Единой России»? Дмитрий Анатольевич. Новенький, молодой член партии. Простите, вопрос? А вот вопрос у Маши накопился. Она очень так светит, она очень... Тема не отскочить, мы не отскочим, мы не забудем, но по очереди надо. Михаил Васильевич, разве не бывает политических партий вне классов каких-то привязок? Нет, не бывает. Это не партии. Это называются всякие группы по интересам. Вот я, например, люблю кино. Давайте соберемся, любители кино. Филателисты, давайте соберемся отдельной группой. Так? И так далее. Шахматисты. Вот. А вот любим мы вот сидеть и ногами качать. Вот качатели, давайте соберемся. Прыгальщики на велосипедах, с парапетов. Вот они мне очень нравятся, как они умеют. Это разные группы. Это не партия. Политическая. Есть определение. Нет. Нет. Это партия, пожалуйста. Он составил ей хорошую партию. Или она составила ему хорошую партию. Это в другом смысле уже партия. Партия уже в смысле того, что это часть одного целого. Партия. Или мы сыграем партию в шахматы. Это не в этом смысле. Политическая партия есть строгое научное определение. Это авангард класса. Иногда это формулируют так, что это часть класса, но это неверно.
Никогда часть класса, например, часть рабочего класса, ей не выработать пролетарскую идеологию, потому что положение рабочего класса не позволяет ему самостоятельно выработать научную идеологию. Для этого нужны интеллигенты, которые, так сказать, участвуют в этом деле. Поэтому в авангарде класса всегда присутствуют люди, которые научно осознают интересы этого класса. И партия должна интересы класса осознать, внести в класс это сознание и организовать класс для борьбы за эти интересы. Это, так сказать, его руководство. И если кто-то хочет в политике выиграть, он должен, конечно, так сказать, создать партию. Если он не создал, он проиграет. Если вы хотите выкопать, берите экскаватор. Можете пальцами царапать, пожалуйста, по асфальту. Это будет долго. Но возможно. И у вас вопрос, да? Пожалуйста. Классный вопрос, чтобы точно давайте объяснить. Просто да. Сейчас я хотел слышать о разделении еще рабочего класса и крестьянства, потому что во многом их интересы противоречат друг другу. Да. Значит, крестьянство вообще это сословие, феодальное общество. Строго говоря, вот если очень строго быть научным, как со завершением, так сказать, феодализма, этого сословия уже нет. И то, кого называют крестьян, разбивается на три класса. Буржуазия сельская. Как называется сельская буржуазия? Маша. Молодец. Кулак. Кулаки. Сельские буржуа, сельскохозяйственные предприниматели, капиталисты, называются кулаками. Так, сельские рабочие. Сельскохозяйственные, как называется? А что вы знаете про буржуазию, а про рабочих не знаете? Как называется? Батраки. А? Не слышал. Как называется? Батраки. Батраки. А чередники кто такие? А это мелкие буржуа. Ну и они мелкие буржуа вот в сельском хозяйстве, но мелкие буржуа сельские соединяются с мелкими буржуа городскими. Естественно, сельские буржуа соединяются с буржуа городскими. И, естественно, батраки соединяются с рабочими городскими. То есть это вот деление, это как бы внутри деревни. Оно не может замыкаться внутри деревни. Вот эти их интересы, конечно, у батраков, они близки интересам рабочего класса городского. Если правильно формулировать, слышал как раз различие между городским рабочим классом и батраками. Да, есть различия. То есть и противоречие экономических интересов, поскольку развитие одного, но так или иначе все влияет на развитие другого и замедляет противоречие между промышленностью и сельским хозяйством. Значит, различия можно проследить, вот есть в третьем томе собрания сочинений Ленина. Это развитие капитализма в России, это то, что он написал в ссылке. Это анализ того, как капитализм развивался именно в деревне, как он возник. И там показано, что, конечно, положение батрака значительно хуже, чем положение рабочего городского. Ну и сейчас положение сельскохозяйственного рабочего, конечно, хуже. Вот, скажем, городской рабочий может пойти в филармонию? Может. А как может пойти? Мы договаривались, что я отпущу. Как может пойти в филармонию тот человек, который... Говорят, ничего, он посмотрит по телевизору, если покажет. Или по компьютеру, если у него есть компьютер. А у него доход какой у этого самого сельского рабочего? У него гораздо меньше, чем... Вы, наверное, знаете, что по разным регионам доходы очень сильно отличаются. А между городскими рабочими и сельскими разница очень большая. Поэтому, скажем, для некоторых городских рабочих этих проблем вообще нет. А для сельских рабочих она есть. Очень большая. Или там сельские рабочие хотели бы выучить своих детей, так сказать, а школа за 10 километров, потому что там у них было 3 человека или 5 в этом поселке, объявили село бесперспективным или неперспективным. И, так сказать, закрыли школу. И что делать? Поэтому интересы очень сильно могут различаться. И связаны даже с тем, что, вот скажем, повышение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, это прежде всего будет, так сказать, может ударять и по городским рабочим. Скажем, о, там стало дороже. Но на самом-то деле сейчас правильно было бы повысить закупочные цены там на сельхозпродукцию и понизить прибыли вот этих посредников. Потому что посредники за то, что они упаковывают в картонные коробки и разбавляют это самое молоко цельное и превращают его нормальное в нормализованное,
Вот за это они получают бешеный доход. Вот за счет этого надо сделать, за счет вот этих посредников. А если бы там нормальная была прибыль, то, конечно, бы это отразилось прежде всего на том, ну, стали бы подороже, так сказать, продавать хлеб, там, картошку, морковку и так далее. А сейчас же ведь картина в другом. У меня вот, когда я был деканом Академии гуманитарного образования, работал в качестве преподавателя товарищ Александров, который был директором Сосновского молочного завода. Он мне рассказывал, поступает молоко. Какая жирность молока? Нормальная. 4-6% жирности молока. Примерно от 4 до 6. Ну точно никогда не бывает. У коровы не бывает 3-2. А у другой коровы 2. А у некоторых 1,5. Для тех, кто хочет похудеть. Таких коров нет. Значит, что делается? Идет, стоит, работает сепаратор. Сепаратор, то есть сепарейт, это отделяется. Отделяет жирную часть сливки. Сливки, остается 1% молоко. И сливки. Вот две фракции. А дальше вам какое молоко? Доливаем этих дальше назад сливок, чтобы было для некоторых 1,5%, 3,2%. Ну, а цельное оставляет еще какое-то количество, отдельно, как цельное неизбирание, так сказать, молоко продают еще, которое не подверглось этой обработке. А вот это все, которое 3,2 и 2,5, это что? Это нормализованное молоко. Туда ненормальное же было, которое от коровы. А это нормализованное, в норму его привели. Добавили от него. От этого движения, конечно, лучше оно качеством не стало. Это ясно. Поэтому вы совершенно правы. Мы должны, вот если мы с вами, конфликтологи, понимаем, что любые противоречия могут обостриться, то мы должны не закрывать глаза на эти вот противоречия, которые есть объективные. Кроме объективных, еще есть и субъективные. Мне не понравилось, как вы на меня смотрите. Почему вы на меня так смотрите? И начинается. А он говорит, а хочу и смотрю, а вот ты такой. Ну и пошло. То есть кроме, мы должны понимать, что кроме объективных есть и субъективные, но сегодня мы изучаем объективную экономическую сторону вот, и причину. Со всяким противоречием может быть связано. Потому что противоречие – это единственная борьба противоположностей, поэтому если я занимаю одну сторону, а вы занимаете другую сторону, у нас может быть конфликт. Или он глубокий, или не глубокий. Зависит от того, насколько у нас глубоки эти противоположности. Если они как вот у батрака и у рабочего, то у них больше общего, чем противоположного. А если мы с вами, так сказать, антагонистические классы представляем, то тут, ну, все равно мы, хоть и антагонистические классы, мы все равно... Пока нет революции, пока другой класс не пришел, нам приходится вместе жить. А раз вместе жить, значит, надо меру знать в этих конфликтах. Как мы с вами не конфликтовали, надо разрешать противоречия и идти на взаимные уступки. Компромисс. Это означает, если я с вами делаю компромисс, это значит, что я должен заставить вас все сдать? Или я вот к вам так подошел, и вы подошли, да? То есть мы должны пойти навстречу и сделать взаимные уступки. А некоторые понимают, компромисс так, что... Сдавайте все свои, так сказать, позиции, потому что вы должны пойти на компромисс. Это не компромисс, это грабеж, бандитизм. Можно еще? Да, пожалуйста. Получается, внутриклассовый конфликт вот такие разрешаются легче, потому что противоречия... Да, совершенно верно. А вот качественно способ разрешения будет отличаться от внутриклассового? Качественно? Ну да. Ну, конечно, способ разрешения разный. Что такое внутриклассовый разрешение? Вот есть, если у нас... единый класс, вот скажем, единый профсоюз. Значит, у нас есть органы соответствующие. Это в рамках профсоюза можно собрать собрание, так сказать, конференцию профсоюза, и там с вами обсудить, и товарищи нам подскажут, что надо действовать вот так. Если орган власти, если а? Если почему? Орган власти какой-то. Ну, почему? Почему власть? Это не орган власти, это профсоюз не орган власти. Это орган общий орган защиты общих единых интересов. Если мы с вами представители одной профессии, у нас различия, конечно, есть. Нет таких людей, которые бы не отличались, и положение, чтобы не отличалось. Но у нас есть настолько глубокие общие интересы, что мы можем в рамках профсоюза это разрешить. Если же мы с вами принадлежим противоположным классам, ну, тогда вот мы можем через, пусть ваша партия там, вас защищает, а моя партия меня защищает. И мы посмотрим, какая победит. А у мой класс богатый, а ваш бедный. Посмотрим, кто победит. Ну вот просто, знаете, какую типологию пытаюсь собрать для себя, чтобы понимать это дело. Да. Но вот, допустим, если как мы вернемся к конфликту между батраками и рабочими, да? Да. Они же не настолько общие, чтобы иметь общий профсоюз, правильно? Потому что отрасли совсем разные. А вы видели эти конфликты? Я таких конфликтов не знаю. Таких конфликтов я не знаю, их почти не было. То есть они теоретически возможны. Вот,
И теоретически они возможны тогда. Вот представьте себе, что вот эти перекупщики выполняют просто нормальную функцию торговую. То есть они получают продукцию, получают некую среднюю там, прибыль, средний доход и дальше направляют. Всякое требование повысить, скажем, закупочные цены должно, может вызывать противодействие рабочих, тогда должны они собрать общую, так сказать, какую-то контактную группу и на ней решить, так сказать, это справедливые требования или несправедливые с точки зрения интересов. Ну и получается, что какой тут вывод? Надо смотреть то, что, так сказать, выравнивает положение. Если это один и тот же класс, значит, если это вот повышение цен приводит к выравниванию положения, это справедливо. А если к росту неравенства, это несправедливо. А вообще справедливости, хоть и у нас есть справедливая Россия, но если вы возьмете, скажем, такую работу, как «Государство и революция» Ленина, он там говорит, справедливости и равенства, не только капитализм. Первая фаза коммунизма дать не может, неравенство остается, и неравенство несправедливое. Несправедливое, потому что различие между, скажем, людьми физического и умственного труда, неравенство несправедливое, потому что это богатство духовное, не все им обладают. Что, у нас все имеют высшее образование? Вот вы понимаете, сознаете, что вы, получив высшее образование, становитесь образованным меньшинством. Образованным меньшинством. А другие этого богатства вообще не имеют. Ну или, скажем, вы можете меня взять. В то время, сейчас вот ваше положение гораздо хуже и ваших родителей, чем мое и моих родителей. Потому что я, так сказать, вот учился непрерывно 19 лет. То есть 11 лет в школе, плюс 5 лет в ВУЗе. Плюс 3 в аспирантуре. 19. Ну, 11 плюс 5. Плюс 3. 11 плюс 5. 16 плюс 3. 19. Вот 19 лет я учился. И в это время другие люди, когда я продолжал учиться, создавали, так сказать, материальные блага, выращивали картошку, мясо, хлеб и так далее. А я это все потреблял. И, так сказать, вот наступил такой момент, когда я должен обществу отдавать. А я думаю, они, а с точки зрения, так сказать, того, что мне выгодно, они взяли и воспользоваться тем, что у меня есть некая монополия на знания, и тогда начать от общества еще получать. То есть позиция в этом смысле интеллигента, она в некотором смысле сродни мелкобуржуазной. Почему? Положение его. Почему? Потому что все зависит от его личных способностей, его личных знаний. Вот там, скажем, от того, сколько у кого публикаций, там у кого 20, у кого 30, у меня, скажем, 303. Ну и это на всем, конечно, отражается. Что? Я сейчас посчитал, на 20 лет придется учиться. Да, да. Ну вот вы попадаете в положение образованного меньшинства, и это положение просто будет подчеркивать несправедливость. То есть в чем наша задача, как интеллигентов? Вообще говоря, преодолевать эту несправедливость, способствовать этому, чтобы этого не было. А скажем, вот у нас тот интеллигент, который является министром, товарищ Ливанов, он чем сейчас занимается? Тем, чтобы этот процесс замедлить. Замедлит во что бы то ни стало. Сейчас вот требует, давайте, говорит, повысим сейчас зарплату преподавателям. За счет чего? А за счет того, что их просто сокращают. А если взять, перенагрузить побольше преподавателей, их сократить, дать им больше нагрузку, у них зарплата вырастет, а остальных уволить. Это и есть такое решение. И вот к этому сводятся эти действия. Потому что не финансируются дополнительно, а вот таким путем идут. То есть это не решение вопроса, потому что решение вопроса связано с применением новой техники, с развитием производства. А с развитием производства плохо. Вот поэтому тут вот есть противоречия и проблемы, которые приносят всякие конфликты. Да, последний вопрос за рамку. Получение диплома, получение образования, одно и то же. Да, если вы так хотите, это одно и то же в том смысле, что если вы... не за свидетельство о получении образования, то вы-то считаете, что его получили, но больше никто этого не знает. И никто не считает. То есть надо еще удостоверить, в том числе со стороны педагогического коллектива, со стороны людей, которые имеют знания, чтобы они удостоверили, что вы действительно это получили. Поэтому не надо отрывать форму от содержания. Вы должны получить и по содержанию знания, но и по форме вы должны получить подтверждение, что да, действительно, вы сдали все необходимые испытания, выдержали эти испытания и вышли из стен университета со знаниями. И вот это фиксируется, ведь в вашем дипломе, между прочим, будет квиток, и в нем перечислены ваши оценки. И вот это очень важно и очень существенно. И эти оценки, это ведь не то, что вам поставили, это то, что вы, так сказать, сами заслужили, прежде всего. И это вы прекрасно знаете. Я вам просто так не ставил. Да о чем эти оценки? Они же
Вот у меня один товарищ был такой хороший, он очень все меня убеждал, что он знает на пятерку, но не мог меня убедить. Ну, не знает каких-то коренных вопросов. Ну, всем, кроме одного человека, поставили. И что? Это не соответствует нашим данным. Соответствует? Конечно. А вы как думаете, что пятерка это вот вы все знаете? Да вы никогда все знать не будете. Вы что, когда-нибудь будете, если я буду вас ковырять на предмет того, что вы не знаете, я вообще никогда ничего не поставлю. Вы что, Маша, я же вас сразу завалю. Ну, что вы говорите? Мы с вами вместе творчески работаем, и я вижу, что вы изучаете это с интересом, разрабатываете соответствующие проблемы. С интересом, а что еще нужно? Ну, вот я, допустим, кандидат защищал, что я все знал, что ли, как кандидат экономический? Я вот кандидат экономический, я все знаю в экономике? Нет. А что докторская защищал, что я во всех вопросах философии специалист? Нет. То есть это я к вам отношусь так, как к себе в этом смысле. То есть вот это вы знаете, а чего-то вы не... Вот я вам, вот вы говорите правильно, я говорю, это вот правильно. Это. Если вы говорите неправильно, я говорю, неправильно, Маша. Значит, если вы не знаете... Вам что, оценку поставить надо, какую-нибудь двойку? Я бы так сказал, что это неправильно. Игорь Васильевич, но если у нас нет знания, значит, у нас нет образования, осталось бы только бумажка. Да, если у вас нет знаний, но знания у вас есть. Вот и человека оценивает в истории не потому, чего он не сделал. Вот я вас должен оценивать не потому, чего вы не знаете. Потому что если я вот с этой стороны подойду, ну, дорогой товарищ, держись. А я оцениваю потому, что вы знаете. И если я вижу, что человек знает и идет правильной дорогой, я это отмечаю. А если человек не идет правильной дорогой и не знает, то есть не учится, не занимается, самостоятельно не думает, я положительной оценки не поставлю. И вот я вижу, что, по крайней мере, вот по той группе, с которой мы имеем дело, что все люди, которые сдавали, относились к этому и с уважением, и с интересом, и занимались. Поэтому, если вы не занимались, Маша, не надо судить о других так. А вы мне пятерку поставили. А я вам поставил на вырост.